Так, говорю прямо сейчас, это не разминочная. Сразу с первой катки. Я еще первый этап не прохожу, что потом за вами спектейтить. Соло режимы, потом, может быть, еще какие-то другие посмотрим. А пока так. Погнали, ребят. Всем удачи желаю. Ну что, good luck всем. А сейчас, за жопу у меня. Оп, первый. Сейчас Диана бегала бы уже. Давайте, давайте, салаги, быстрее, быстрее. А то я у вас деньги заберу. Своих же заберу деньги. Чего ты очканул прыгать? Надо было вот так делать. О, в бандане дурачок на стримере. Пошел, пошел, пошел. Оп, вентилятор. Опа, я скорость, я флагджики. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Показывай, показывай, как проходить. Вот так, ребят, надо, вот так, вот так. Оп. Интересно, тут есть прям ебанутый кибершкольник, который... Ух ты. Еб, это я, кстати. Давайте, давайте, проходите, проходите. Вот так. Амангасик, смотри. Да, тут есть скины Амангаса. Давайте, ребята. Провожаю, провожаю вас, путь долгий. Давайте. Провожаю, провожаю. Носок. Носок. Ебать, чел упал, ты сейчас сам проебет. Давай, давай, давай. Проходим, проходим, проходим. Давайте, молодцы, ребята, молодцы. Меха идет к финишу. Ну-ка. Давай, 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 давай. СБ косарик, он косарик хочет. Статуя рунда, блядь. Походит, нахуй. Все. Бам! Раунд завершен. Бля, проебал! Ребята, кто выбыл, не расстраивайтесь. У вас есть еще шансы попасть в следующие игры. Блин, на самом деле было бы, конечно, прикольно. Знаешь, типа, если один выиграл, то как бы ты уже не можешь, чтобы другим тоже дать подышать. Ну, я я сейчас не буду на ходу правила придумывать, поэтому... Не, ну, да ты это и не сделаешь. Как ты будешь фильтровать? Я могу забанить и кикнуть лобби. Ну, я не буду, но на ходу придумаю. Надо было раньше говорить, да. Поэтому, ну-ка, ну-ка, кто самый первый? Кто самый первый придет, нихуя не получится. Бежим, нихуя полетел. Кто самый первый придет, лайк от меня в инстаграме, который я зайти не могу. Извини, пуха. Кто самый первый? Ну-ка, вот косарик, ну-ка, где он? Где у него 10 тысяч корон? У него скина нет даже. Ебать, а тут так было, разве ли? Кастомайз сделали они. О, прыжок, прыжок. Тут точно кто-то уже есть спереди. Как переключиться на передних, блядь? Ну-ка. Опа! Ебать он. Ебать буст. Охренеть. Первый пробегает Олежа. Потом Кливи Баркер. Потом кот я. Блин, у всех скины такие прикольные, кстати. Это донатики? Да, ну тут много всего. У меня Спанч Боб вообще есть. Есть. Все, остается 20 участников, 8 только что выбили, выебали их и туда, и так, и так. Я прикинь, вот эта нижняя херня скакивает и обратно в ячейку. Блин, уже напряженно начинается, напряженка начинается жестко. Панфлингерс, это сейчас, ребята, 15 миллионов раз играли в эту карту, подписчики. Это чисто статистика из подписчиков собрана, видишь, 15 миллионов раз. Я даже не знаю, что это за режим, ну-ка сейчас посмотрю. Ну, скорее всего, с вентиляторами связано, не думаешь? Тут почти на каждой этой карте есть вентилятор. Так, кто твой фаворит? Мой фаворит косарик. Потому что скажешь, что он 10 тысяч корон? Или потому что у косарик выиграет косарик, блин. Походу косарик у косарик реально. Оп. И хрена пошел, пошел. Для меня, на самом деле, тут много незнакомых, но есть и знакомые. Вон Сфинкс бегает, смотри. Да. Кто еще у тебя знаком? Что-то там нотфейкер или что-то такое, файл фейкер, нотфрози, что-то такое. Тега, Ларс. Они, походу, выбыли. Вот, Ната тоже знакомый ник. Вот косарик. Вот и косарик наш. Наш пока что. У косарика и у Олежи одинаковые скины, заметил? Только тапочки разного цвета. Ну, а получается, они два киберспортсмена просто не палятся? Так ты знаешь, вспомни тот же пиратию, там все вот эти крутые, они там без этих парелей, без вот этих. Да. Он подается или?
А, специально, смотри, под конец. Спизин. Вон он. СБ косарик. Вот это я ненавижу, тут можно и заруинить, и вообще АФК стоять. Это вообще ужасный режим. Реально, что тут идет? А, я поняла, там могут сдвигать вот эти штуки. Да, да, да. Руинить, все, я поняла. Ладно, игра говорит, Флеймер сегодня с бандане сейчас победит, давай. Побежал, побежал. Оп, смотри, ну филигранно пока идет. Да, да. А тут там, а там потолкнули, помогли, молодцы. Вперед, дэшем. Хорошо, налево дэшем. Ладно, даже так. Флеймер хорош. Ну как будто сейчас под конец будет вообще адская просто. Дрочиль. Анальный дебош. Ну вообще можно стоять и ждать, они же вниз вроде идут. Ебать! А как тут запрыгнул? Клифф Беркерс. А где? А, вот здесь. Так. Ну тут главное попасть в дэш и в зацеп. Вот это очень тяжело. Ну потолкните кто-нибудь. О! А что он? Он об кого? А, все, оно ниже, по-моему, пошло, уже зацеп есть. Охренеть. А, ну да. Ну нет, смотри, Флеймер не может. Но он там дэшнулся как-то странно. Давайте, давайте, давайте. Еще три человека. Давай, не спеши, не спеши, мог подождать. У тебя еще были челы впереди. Ну, фора. А, все. Вон три человека спереди. Да. И все. Косарик забаймил. Бэймил, да? Бля, вот бы сейчас вот этот второй чел с читами. Просто прыгнул бы и все. 8 человек. По-моему, сейчас финал должен быть. Мне кажется, еще один раунд, и потом финал будет. Финал. О, это хексагон. О, мне нравится вот это. Мне очень нравится. Это залипательно смотреть. Ну, да. Играть в это адство, блядь. Я нервы, блядь. Я раньше в это выиграл, а потом все научились играть, и потом... А, сердце. Что-то думал, подольше будет и Ваня сейчас бомжею, блядь. Деньги у меня. Бомжею, блядь. Ну, а ты думал. Я думал, там подольше как-то... Киберспортсмены, киберспортсмены смотрят. Так. Пока, смотри. Давай, давай, Твинкс. А, он сейчас будет... А, нет, за мной смотрит, я переживаю. Давай, Сега. Давай, Сега, тащи. Мы тут, к сожалению, летать красивый, ничего не можем, кстати, но придется за одного смотреть. Красивый, кстати, скину Сеги, он такой, градиент. Знаешь, как будто классика, но что-то с такой изюминкой. У него градиент плюс эти, не нунчаки, блядь, а. Я поняла, да, я слышу. Ладно, упал, будем наверх не смотреть. Там наверху никого больше нет. Но там... Да, платформа, все. А, нет, еще есть, подожди. Я желтенький. Там их много, там много платформ, ты шо? Не, я сейчас наверх тебе хотел посмотреть. Там еще, по-моему, кто-то сверху есть, нет? Не-не, нормально. Все упали. Так, у нас пока еще никто не выбил. Выбил. О, косарик. Косарик, живи. Так. Тяга идет, кушает, кушает. Ай, доелся. Вот Ривер делает аккуратно. Прям до самого конца ждет, пока офигеть, она пропадет. Он, да, киберспортивно. Офигеть он. А там вообще супер киберспортивно, это прыгать с дэшем, потому что ты еще дольше в воздухе, и ты время еще экономишь. Ебать. То есть, ну не вот так. Это на месте. Так. Отя. Ой-ой-ой. Сейчас вот это хавательный процесс на последнем, это вообще жесть. Ой-ой-ой. 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 Тихо. А все, с косариком сейчас тут будет битва, потому что тут этот. Да, да. Все. И косарик, и Котя упали. Блядь. Подожди, последний, кто упал? Кто остался? Кто упал? Подожди. Котя победил! Котя! Вау! Это вообще удача, конечно, капец. Это потому что он встали. Сверху, да, он да. Сверху был. Да. Поздравляем, Котю! Congratulations, плюс 1000 рублей от моего бота Pay to Game. Напомню про своего бота Pay to Game, потому что с помощью него можете пополнять огромное количество сервисов. Прямо сейчас я покажу, как пополнять Steam. Нажимаете магазин, заходите в Steam, пополнить баланс. Если вам вдруг хочется переехать на другой регион, где игры дешевле, либо доступны, то можете сделать также через бота. Нажимаем пополнить баланс, вводим свой логин Steam и выбираем сумму, которую мы хотим пополнить на баланс. Сразу открываю Steam, чтобы вы видели, у меня сейчас 306 гривен. Пополнив на 1000 рублей, я получу примерно 379 гривен. Нажимаю верно, все. Теперь мы ждем, когда придет баланс. Опа, деньги пришли, прошла минута. Ну, две минуты, где-то около того. Можете почитать отзывы, тут огромное количество отзывов. Все это пишут реальные люди. А мы продолжаем. Ой, ебать, я моргнул уже 40 человек. Давайте я с вами, я провожаю вас в дальний путь.
потом спектрейт. Я могу сделать, знаешь, бонусный, типа, раунд, где будет призовой, там, 500, но я буду играть с вами. Блять, ребят, не соглашайтесь. Тупо пустая трата времени, нахуй. А похуй, я, блядь, первый время. Я реально первый бегу. Я бы с ним даже на один рубль не играл, ребят. О, хороший, ебать он спидранил. А, нет, там еще есть. А это опять тот же? Не знаю. Давайте, провожаю вас. Давайте, ребята. Он сейчас не заблочит никого, так в углу стану. Сквидвард! Ой, блядь! Ебать скин! Да. Пролетайте, пролетайте. Ой, носок, опять вижу носка. Носок с нами. Надо было ники включить. Олежа тоже. И пам! Блять, не успел! Не успел. Ну смотри, они опять в одинаковых скинах. Это походу опять Косарик и Олежа. Ну они киберспортсмены, они что-то задумали, блять, вдвоем. У них буткем, блять, фулгайс. Сидят вместе, блять. А кто, бля, я тут не написано, да, кто с консоли играет? Нет, смотри, Косарик, блядь. Я вот и я знал, что он зашел, 100%. Так, кто у нас? Красивый скин. Ушки, очень да. Красивый. Ушки такие прикольные. А, подожди, это с какой-то коллабы, по-моему, крутой. Популярный какой-то персонаж, и, по-моему, оттуда коллаба. Возможно. Так вот, Котя. Тенджерщик Эксе. Килфрейн! О, какие люди. Макса! Макса, какие люди! Что у него за скин? О, дебила, блин. Реально дебильный какой-то. Он как будто... Он как вишня, блядь. Он как будто из Mortal Kombat. На! Ни хрена он. Ты сейвился жестко. Пан, Котя, первый! Котя хочет вторую тысячу. Котя хочет вторую тысячу. Олежа! Опа. Тут пока вроде таких еще нету. Много кто играл первый раунд. За XF все, кик. Free range skip it. Это как будто сгенерировалось в нейросети. Да, да, какой-то бот. Вообще, на рандом все напихал. Шарик какой-то, шляпу, раскраску, пояс. Что там, Косарик? Последний. Косарик. Ой, вот это вообще пиздец. Там нужно находить пути и одним из первых, короче, прийти до конца. Они тоже киберспорт, смотри, два бананчика. Тоже буткем. А, вон путь нарисовался сейчас правильный, или что? Да, вот сейчас нарисовался на главном табло путь, по которому можно пройти. Да, но смотри, он меняется. Не, он не меняется, он просто, чтобы запомнили. Он всегда дорога вот эта есть. Так. Офигеть. Теперь до красного нужно посмотреть, как дойти. Опа, все! Со второго на третий можно идти, на третий красный, он же подсветился. Девочки, на третий. Мальчики, девочки. И до финала. Давайте, 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 давайте. И Косарик. Все, баба. И Котя тоже. Баба, он не успел? Он не успел? Он добеймился, по-моему. Или успел? А, он успел, я думал. Я тоже подумал, что он добэмил. Ну тут вообще на самом деле тут на рандоме можно этот выиграть. Просто главное. Это, смотри, фейковые плиты и нормальные, типа. И. Вот, видишь? Ты должен путь найти до конца. В Стамбле, по-моему, есть такая хуйня же. Да. По-моему. Да, только она по-другому чуть-чуть. Ну что трясется, то этот. Что трясется, да. Ебать! Скипнул. Так. Тихо, сейчас толкучка будет. Сейчас друг друга будут толкать, чтобы чекать. Фейс-чек буду делать. Килфрейд пока живет. Опа! Ебать, Косарик скипает. Так, упал один бедолага, он должен успеть. Еще один упал. Они должны успеть прийти к этим. Так, ну-ка, ну-ка. Все боятся толкучка, посмотреть. Толкучка, сейчас тут реально кто первый чухнет. Час пик. Тут сейчас, знаешь, тут самое главное еще смотреть. Если ты увидел, что хуйня потряслась, ты это в 100% уже... Ну все! Пам!
Так, Макса не прошел. Этот, Котя жив. Косарик живет. Киллфренд живет. Ебать, сейчас киллфренд кэшбэк будет получать. О, ну, удачи с рандомом тут с дверями, блядь. Затерянный храм. А, я поняла, что это тоже там ломать дверь надо. Какая-то открывается, какая нет, да? Угу. Но это финал уже, ребята, финал. Узнаем, кто будет победить. Я не знаю, они пофиксили, что ли, или что. Ну, то есть, не багано, ничего, в режиме все нормально. А за киллфрейном буду смотреть. Где он? Опа. У него пинг жесткий. Да, у него... О, дудосят нас всех. Или это серваки? Кто серваки? Кто-то считает, может, хуярит. Ебать, что реально пингует? Читы на фулгайс? Да, капец пингует. У меня стрим упал, что ли? У меня стрим падает, блядь. Ой, блядь. Ну, в записи, если что, увидите, ребята. У меня идут ребята пока. Сука, Котак Телеком, почему во время турнира это случилось? А почему реально, слышишь? Мы с тобой в Дискорде нормально базарим. Да. Так, сейчас. И Wild? Кто выиграл? Wild, да? Походу, Wild. Да, посмотрим. Нет. Он-то фрик выиграл. Чем на игроков, чтобы вы еще себя потом увидели. Вот все красавцы. А я первый. А я за жопу хватаю сразу. Оп. Ебать, толпучка. Вот в первую очередь меня за жопу всем нужна. Это отдельная ачивка, знаешь. Отдельные призовые за то, что за жопу ходу. Ты как это, талисман удачи, знаешь, чтобы потерять по жопке, чтобы выиграть. Нам на скату не спрашивают. Хорошо, спасибо, спасибо огромное. Отлично. А, после стрима я тебе выдам сам. Сам тебе выдам деньги на баланс. Поздравляю с победой. Прошлый да. Победитель? Угу. Отлично. Отлично. Но он еще в чате не отзывался, я уже переживать начала. Ты уже переживал, что тебе придется забрать. Не, ну просто прикинь, он выиграл и там. Да. А я прыгну, все, не отдам сейчас кому-то. Да, давайте, провожаем. Пролетаем. А все, похуй. Ой, там один так полетел. Прям ровненько так прилетел. В оранжевой какой-то одежке в шубе. Вас выебали. Мы смотрим. Я вижу. Да, вот прикинь, сейчас просто чел будет в катке с запреткой на весь экран, и он сейчас топ-1, блядь, и там на весь экран. Ты идею не подкидывай, себе держи, нахуй. Там пожаловаться на игрока, блядь, прыжки игрока выше и длиннее, чем у других. Во, знаешь, что там косарику можно? Провокация или неспортивное поведение? Меха не долетел. А у нас пока победитель Котя уже третью катку с нами участвует. Может быть, сейчас можно будет забрать тысячу. Еще одну. О, подожди, бля, я думал, это как финал. В финале это вообще жесть. Сейчас тут, кстати, кошмарить будут бомбами. Так. Что они делают? Они встали в угол какой-то. Они шарят за какой-то бессмертный угол, в котором не вылетит никак. Бать раскручивает. Ага, слушай, не вылетит, блядь. Не, ну если тут закошмарить в этот угол, заспамить, если, конечно, только. Ну да, заспамить. Хотя, как бы, они как бы подкидываются, но не вылетают. Ты заметил? Да туда в руках с бомбой вылететь, блядь. Да. Ну пока все, кстати, тут можно выиграть спокойно, если никто не умрет. Ебать, скин крутой у фаната, бать. Да, это самурай какой-то. Да, вообще крутой скин. Если что, в Pay2Game можно фулгайс тоже донатить, ребята. Поэтому залетаем. А фифу, кстати, добавили, поэтому фифу тоже можете закинуть. Через Pay2Game можно сделать все, что вы хотите. Можно сдать любые игры, можно покупать подписки. Скоро доставка еды. Скоро доставка еды, скоро такси, блядь. Скоро авиабилеты, нахуй. Нет, что-то спот какой-то реальный имбовый. Ну там челы на качелях, блядь, тоже стоят, не его, на, всем похуй на него. Похуй, да. Там, подожди, там тоже вот стоят. О, один упал!
О, еще один! А, нет. Шатаются. А все, начали кошмарить. Так. Опа, опа, опа. Скользит. Кроссовки-то скользкие. Нынче. Еще один упал. Морфин, он на качелях этих был. Сейчас, что он... Нет, там по-любому завершится раунд. Просто я знаю, что он через время какое-то определенно завершится. А, вода топит! Это типа как зона, да? Да, да, да. Ну да, да, то так бы... бесконечно продолжался, да. Там двое еще упали. Ебать, тут накикало нормально на самом деле. Ебать, 13! Это, кажется, полуфинал, потом будет финал. Охота. О-о-о, это хвост держать надо. Это как корона, типа? Да. Я с челом обнимался, и мы утонули. Как Титаники. Зачем просто реалити? Не смотрел Титаник. Ты не смотрел? Да, я не смотрел реалити Титаник. Я смотрел Титаник только из-за того, что мне подписчица выбила с рулетки, чтобы я его посмотрел. Эти ебущие сколько там, не знаю, 2 часа с чем-то. Я еле как смотрел. Но у нее, знаешь, у нее чисто было... Была цель меня задудосить, чтобы я смотрела фильмы. Она мне заказывала этот ебучий аватар на 3 часа. Это просто пиздец. И знаешь, как только вышел второй аватар, я такая думаю, бля, вот лишь бы не вспомнила, лишь бы не вспомнила. А ты сказала бы, еще нельзя смотреть. Цифры еще не вышли. Еще нельзя смотреть, цифры еще не вышли. Так мы, блядь, в этом... Ну ты скажи, что Дискорд тоже чекает, блядь, что ты стример. А, тут справа теперь написано, кто у кого отнимает еще хвост. А, вижу, да. Батискунс, вонючка прям такая нана. То есть так, у него хвост есть или нет, я не понимаю. Ну, он золотой должен быть. Золотой, да. Ну ебать из ориентира, блять, а ты прикинь, реально, вот именно которые там двухлетние будут пытаться у него забрать, когда у него нету хвоста. Реально. Ебать, так это скин надо реально менять, а то пиздец. Это, а чё не берется, блин? Да, блин, ну я не взял за хвост его, блин. Бля, бедолага. Дурацкая игра, и потом вот этот камень. Вот его, блядь, игры. Я брал его, вот, блядь, а он не брал, все нахуй, не трогал, но... Мои фаворитики, косарик и Олежа, все... Сейчас, Котя, второй косарик. Котя, второй косарик сейчас забирает. Метит на косарик второй, да. Ох, хексагон опять. Ну вот я так и думала, что, знаешь, вот до финала, возможно, не будут повторяться игра, а в финале, возможно, повторится. Вот я как и говорила. Знаешь, когда вот скилл-бейзит, это очень круто. Когда не рандом решает, а вот скилл. Ну да. Давай, Котя, ебаш. Оп. А сейчас, мне кажется, за то, что слежу, а, блядь, волнение, волнение. А чё волноваться-то? Уже 1000 забрал или забрала? Можно больше. Можно больше, но не будет так обидно, понимаешь? Опа, опа, опа. Ой-ой-ой. Ой, чё-то нож оранжевый не упал прям. Ай, кушаю тут все, блин, как... Тихо, тихо! Ой, хорошо, засейвился. Ой. Бля, там назад как будто надо было дать. Ну. Так, кто там сверху еще у нас висит? Опа, косарик и вот этот самурай. Самурай. Это что такое? Что? Ты там пинг, что это сейчас был? Может не пинг, это читы называются? А ну, давай, бля, сейчас пристально последим. Но он как-то, как будто даже время не сейвит этой херни, да? Mm-hmm. Это просто прыгает. О, его за жопу хватанули! Ай-яй-яй. А синий это уже последний, да? Mm-hmm. Сейчас у нас ребят на... Опа! За жопу хватанул, mm-hmm. Нормально, Котя выжил. Выжила, не знаю. Похуй. Похуй. Вот наши. Опа! Опа! Все, Олежа не допрыгнул. Косарик еще есть, Котя! За жопу хватанули, Леонардо Ди Каприо упадает! Николас Кейдж! Победитель! У нас не было! Хорош! Гоу-гоу! Чё? А Маси играет?
Васи зашел, вон! МГ-Васи! Он тоже со скином. Оо, бежит! Бля, ну если Аси упадет, реально рестарт, ребята, там без вариантов, блядь. Сука, стрим-снайпер зашел, блядь, смотри на него. Ебать идет, смотри, уверенно. На этом не мог на турнире так же, блядь. Ради косарика, блядь, стрим по Геншину отменил, смотри на его. Пиздец. Ебать, он по-моему, чекпоинт взял. А я не взял. Я в рот взял. Батя себе рвет нахуй. Бля, я умоляю, если Аси до финала дойдет, поддайтесь кто-нибудь ему. Я умоляю вас. Да еб... Ей, нахуй. Ага, вот это я, ребят. Блять. Ебать, закружилась голова, нахуй. А казах прошел, надеюсь. Что? А. Она замедлилась, вот это вентилятор, блядь. Она на месте стояла. Аси не выпал? Так. Вон. Аси упал, рестарт! Рестарт, ребят. Аси упал, рестарт. О, нихрена шапочка у Ларса прикольная, пиксельная такая. Да. А что ты тут архивного, блядь, мы выиграли сегодня? Играли? Вот это только что с клубнички, я помню, я бежал, да, прям. Да, ну. Да, да, да. Так, кто там у нас? Есть еще. Котя. Подожди. Опа, спидранер Кирюха. Что-то нашел. Что? Что? Там так можно было скипать? Он еще именно закручивает перса. Охренеть. Ебать, он второй раз первый прошелся. Я не знал, что тут такой скип есть в виде закручивания, короче. Офигеть. Он прям жестко так достаточно пролетел. Угу. Прям жесткий скип. На другой рыбой. Too many nights when I nameless. Так, ебать. О, Макса жив. Где этот киберспортсмен? Что он делает? У него как будто... У него ботинки как будто эти... Быстрый, быстрый, шустрый, шустрый. У Олежи такие же. Только у Олежи почему-то ноги скользят, а у него прям хорошо цепляются. У него, видишь, еще такой градиентик такой, типа, как будто это... Так, ребят, ну... Он задрот какой-то, реально. Да, у него прям шустро-шустро так двигается. Опа, носок упал. Носок потерялся, ребята, найдите, пожалуйста. Опять носки свои разбрасываешь. Да, все могут играть. Победа равно 1000 рублей. Fight to game. Да. Вы там в Steam можете вывести куда угодно. Смотри, смотри, как он цепляет всех, а? Он тушит ананасика, блядь. Да. Боэмин. Еще боэмин, смотри. Что за звук ветра? А, это, блядь, в гренах. Думал, кто-то в Discord зашел и... Так дышит, блядь. Бля, я помню, короче, один раз меня Томас так напугал, я, короче, такая, типа, говорю, я сейчас отойду, сейчас подойду. Типа, я выключила микрофон, и он мне говорит такой, Диана, что ты рофлишь, типа, что ты там поешь, типа, что ты там воешь, как собака. Она говорит, чего, блядь? Он говорит, ну, у тебя женщина какая-то, типа, была, блядь, на фоне. И я так обосралась, блядь, мне так стало страшно. Я говорю, Томас, пожалуйста, скажи, что ты шутишь. Так, у нас такая хуйня была, когда мы сидели в Дискорде, это у Аси, когда на заднем плане там возносился кто-то. А мы когда, кстати, вот это было, наверное, год назад, у Васи на Дискорде всегда... Вася? Кто такой у нас новый игрок? Вася, блядь. Вася Маслов, блядь. Короче, знаешь, прикол в чем? Мы, короче, сидели в Дискорде и... Какой-то, типа, бэкграундовый шум был, и мы заебались это слушать, типа, и решили вычислить, у кого этот звук. И мы такие, типа, ну-ка, все замутались, нахуй. Все в муте, а этот звук продолжался, прикинь. Прикинь, блядь. Ебать. Реально, все в муте сидели, даже ни у кого иконка не светилась. Ну, у меня есть всегда фоновый шум, но это из-за стрим ПК, блядь, я его всегда слышу. Ну, это да,
ну ты прикинь, мы с Асей слышали, все слышали этот бэкграундовый шум какой-то. И, ну, ни у кого не светилась вот эта вот иконка, то, что звук идет. Блять, сегодня ужас произошел у меня дома, Диана, это пиздец. Что случилось? Я вскакиваю с кровати, потому что что-то большое упало, прям лестница как будто такая. Я клянусь, блять, я вскочил, сразу все проверять начал. Ничего не упало, никого нету, блять, а грохот ебучий был. Такое бывает, короче, когда ты просыпаешься от шума, но этот шум, он типа у тебя в голове, короче, это нереальный шум, но типа твой организм, чтобы тебя разбудить, такую хуйню делает. Потому что у меня тоже несколько раз было, как будто, знаешь, коробка с кирпичами падает. Блять, нет, вообще я впервые вот эту хуйню, когда у меня из за анестезией этот звук был. И вот это то, что прям упало нахуй. Я клянусь, я так скатил на шикеры. Я такой, сейчас я, сука, эту поймаю, блядь, которая вот это дело по-любому где-то в доме ныкается, блядь. А в итоге нет, не было. Ты можешь посчитать про это. Много статей есть такое. Это знаешь то же самое, что ты когда падаешь во сне, типа, ты подскакиваешь прям. Это вот какой-то сигнал из твоего организма, чтобы ты пробудился. Подожди, а вот этот, у нас этот проебал. Как его там? Ирюха? Да косарик. А, косарик? Ну, Олежа остался. О, тебя, может быть, заберет. А Кирюхи тоже нет. А Кирюхи похуй. Кстати, блядь, а я, вы думаете, знаю, кто такой вообще косарик, блядь, что вы мне пытаетесь? Это они настоящие, блядь, мне не похуй. Не, косарик, я помню, у тебя в чате был косарик. Я не помню. Ну вот это сейчас, вот это пиздолет. Он тебе донатил даже, я помню. Косарик донатил? Да, я нифиг знаю. Плохо помню. Там кошмарил Олежа немного. Я кто-то упал уже, а не? Так. Ой-ой-ой! Тысячу-то еще одну не хочет отдавать. Котя борется за свою тысячу, реально. Конечно, блин, сам пришел, блядь, начал этот... Блядь, как хочется пошутить на ты... Ну ты понимаешь, сам пришел, сам доебался, сам доебывается. Отпустили, Котя. Чистят. Ебать, он заэвейдил! Он прыгнул после удара и не регает этот джамп. Ебать. Да не кошмарьте, дайте Коте еще косарик забрать. Ебать, ну вообще, думает, о черти нахуй заебали. Это вообще, блядь, не сталкиваемый. Бля, все кошмарят, ёба. Бля, на нахуй карма. Ебать, карма сработала сейчас. Реально. Ебать, брейкдан залез. Охренеть. Кто там супер джамп сделал? Упал. Опа, еще один упал. Хани сделала максимум 40, было же... 60 было разве? А, наверное, чтобы не багало. Что у нас сейчас не багает вообще. 60, говорят, максимум было. Нет, там везде... Это сейчас 40 сделали, говорят, 60 было. А, раньше, типа? Да. Поняла. Опа. Это моя примерно? А-а-а, бля. Слушай, а если вот... Если время выйдет? Как там будет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блядь, как он решил? Да ну! Почти было. Да, почти. Ебать, это реально так просто прыжком обычным выйдеть можно было. А я прыгал, как дурачок. Да выебывался нахуй, Олежа. Бля. Карма притушила, блядь. Опа. Ой-ой. Так, Котя или... Не могу никак. Топ-фан. Топ-фан. А, еще, блядь, Леонардо Ди Каприо тоже. Опа. Ну как будто, знаешь, Котя такой решил, ну топ-фан, ну сейчас надо по... Ой-ой-ой-ой-ой. Выжил, нормально. А топ-фан решил тушительную немножко устроить. Ебать. Держится, Котя, опасно. Прям на краю.
Охренеть. Ебать! Ой-ой-ой! Ебать! И вот жопкой надо было Топ-Фана столкнуть туда. Прыжок. Топ-Фан, карма сработает. Ну все, Топ-Фан остался против Леонардо Ди Каприо, ребята. Кто выиграет, актер или человек? Два раза случайно Т написал. И два черных. Опа. И приземлился Ди Каприо. Оскар поймал. Опа, опа, поймал. И Топ-Фан тоже приземляется. Офигеть. Так, и тут сейчас рандом зарешает. Нет, нормально. Я устраивает гачи мучи, держат друг за друга. О, и все, и походу выигрывает Ди Каприо. Нет. Охренеть, как будто падал, третья, да? Третья щупальца. Ой, все, ударился. Топ-Фан выиграл. Топ-Фан, поздравляем, поздравляем. Нормально полетели тогда. Тут тоже скипы жесткие есть какие-то. Оп. Опа, вот увидел. Вот тут. Ты что-то медленный, пиздец. Я за жопу даже тут хватает. Топ-Фан спрашивает, скрыли зоби и ID твой больше ничего? ID этот, из Pay to Game, который, да. Так. Ой, твой ID и пикшет. Если что, потом менеджера этот. Если что-то будет непонятно, он уточнит. Ой, блядь, не смог скипнуть. Похоже, побегаю так. Блядь, а я. А как мне тут за это проиграть? Вот так мне нужно. Жду. Проезжайте, в меня не въебывайтесь только. Я после стримчика я всем бабки отдам. Ну я подумаю. Варь на стримере. Знаешь, типа под конец снимаем ваши призовые, мы заливаем в казино, блядь. Так, бонуска, поехали. Бинс ахуй. Ебать, в ахуй сейчас всем будут. Играли 25 миллионов. А вот мне интересно, он регает... Всех, типа, или только из команды, которую... Не, сори, допустим. Челы, вот 20 человек в лобби, он засчитает, как 20 миллионов раз играли или один раз? Типа, каждого чела в лобби как за один раз считает? Нет. Что-то пиздец. Вот так может быть. Человек. Николас, победитель наш. Котя, победитель наш. А кто у нас еще выиграл? А, его нету, я помню. Бананчик такой был. Гасик бежит. Не этот бананчик. Леон Ди. Топ-Фана нету. Еще 6. 5, 4, 3. И... Ох, там залетело вообще. О. Там чел на шару. Здесь можно вообще не проебать. Опять вот это снежный фон, да? Угу, вот этот, который придавил бедолагу. Уже упал Николас, как? Вроде топ-1 взял, уже вот одна дырка именно туда провалил. Ох, нихуя отплясывает. Вот так вот, и ты вот тут разминочку вот это делай. Ох, бедолага просто. Раскрутила его там, да. Это так же залет. Котя! По-моему, у нас тут ни одного победителя прошлых нет. Косарик здесь. Не, он не выиграл. Но такой полуфиналист есть у нас. И он падает, он упал? Нет. Привет. Так, но сейчас, на данный момент, ни одного нету, кто выиграл предыдущие у нас карты. Это у нас будет новый победитель. Финал уже? Опа, финальчик, ребята. Финальчик. Ебешь спорт. Так, уже пошел тушительный процесс. В одного. Фокус. Ебаню там для себя там оставил, чтобы никто не заметил? Или? Ячеечку такую. Чесночку чисто. Ой-ой-ой! Ой, потонулся за него прям. Так, у кого тут самая
Самая такая неприкасаемая позиция. О! Упал один. Ой-ой-ой, кошмарит! А, да кошмарил. Сейчас кончается, кончается у нас. Да, уже почти все. Изи-пизи. Ебать, еще закошмарил. Кошмарил. Мне кажется, сейчас дату... Не, сейчас карма должна сработать. Карма будет... О, одного, или карма не существует. Блин, а у него-то, смотри, сколько ячеек. Он зачем-то прыгнул, мог сам остаться там и все. Карма? Нет. О, охренеть. Бля, он доживет еще. Бля, а у кого выгоднее позиция? Даже по-моему, у косарика. Или у Камару. Мне кажется, у Камару. Бля, у него направо еще, да. Да. Бля, Камара, тут, Камара. Тут уже... Тут уже как ни крути. Да. Поздравляем, Камару. Поздравляю, поздравляю. Так, для того, чтобы получить приз, скриншот из лобби, как ты стоишь в лобби, чтобы никнейм все это было видно. Скидываешь менеджеру скриншот и айдишку в Pay to Game, чтобы я на твой айди начислил 1000 рублей, которые ты можешь вывести в Steam, куда угодно, там купить, что хочешь, короче. Я собираюсь набить татуху родного. Блять. Ну знаешь, типа ключ вот от банки. Ну чё, открываешь эту хуйню. Ключ? Ну это хуйня, я понял, да. На баночке, да, вот такая торчащая. Вот эту набью. Ебать! В этот, короче, отмечу в инстаграме Red Bull Russia. И прошу прислать мне коробку черничного Red Bull. Мне интересно, они пришлют мне. А ты думаешь, они функционируют в инстаграме? Знаю, как уже, наверное. Санкции. Бля, Диана, вообще, я, можешь без статухи, я могу добазарить. Реально. Было бы славно. У нас же этот... Мы когда с пацанами жили, у нас же этот... Безграничный был запас там. У нас не закончилось, там еще привезли. Бля, да, я помню. Я еще тогда тоже в завязке была. Я прихожу, там целый холодильник и 500 коробок, блядь, этого лежит. Бля, ну камон, ребята, я не на призовые играю, на чили, бля, давайте, давайте, делайте, делайте. Ну извините, а у кого-то сейчас косарик забираю я, потому что я захожу. У косарика косарь. Нет, только один победитель, там не может быть никак два победителя. Это физически невозможно. Победители 40 лет. Всем. Я проспойлерил сразу свою победу, победитель 40 лет. Уебанистический курс. Вот это я ненавижу карту. Я раньше вот этот пинбольчик проходил на изи, сейчас что-то вообще не летит. Когда, короче, будет там хвосты, либо еще такое, ты вот увидишь, что такое душилово полное. Когда каждый, кто выйдет вот этой вот молнии, поймет, что это я. Что можно, блядь, выпилить спокойно, блядь. Бежим, 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 бежим. Оп. Кайфайром. Оп. Туда. А, я еблан. Блять! Открываем. Сейчас как все в маршрутке, блять. Реально, час пик. А, успею! Дайте мой же турнир выиграть, блядь! Ну где? Гандик! Сука! Ебать, что там полупокер? Ну, блядь, ну получил, блядь, и так, что это? А, вот. Блять. Ай. Оо, не ай. Ой-ой. Ладно, где там кто-то висит? Я! Да ну! Да
ну нахуй. Да, ну, тут такой спот есть. Охренеть. Он сосочком, видишь, он медленно типа сделал, чтобы не супер вперед бежать, а прям на вот этой. Офигеть. Чухнул, блин, игру. В натуре. Бедолага просто. Эй, йоу, коучис! Это было уже. Так, ну-ка, покажите проход. Запомнили, молодцы. В этом лабиринту спуск. Так, можно здесь пройти. Так, до желтой. От желтой, по-моему, на синюю можно. Направо, налево. Ух ты! Метеоридзе. Скинул. Ебать, эти стероиды, блядь, мешаются на. Опа, скип был хороший. Но что-то пошло не так. Да, прыгнули. Прошли в кедах светящийся, блядь. Ой, пытался скипнуть. Он хорошо пытался. А там работает скип, я не знаю, по-моему, нет. Ну еще можете спокойно, не этот. Ебать, вы нахуй еще промо хотите? Охуеть! Вы что, вообще там охуели? Каким промом, блядь? Ты же сколько? 5000 уже должен раздать. Так, кто у нас петух? Фук, кто пук? Так, ну-ка, кто там у нас? Камара у нас, я думаю, с Кирюхой последние вдвоем останутся. Смотри, как он аккуратно с прыжком, с дэшем, чтобы поменьше хавать. Кто пугнул, пугнул? Камару или Кирюха? Кирюха как-то, смотри, он как-то неосторожно как-то он делает, блядь. Ну, может быть, это его стратегия, блядь. Вот он, а самое главное, Камару никто не трогает, он в угле. В угле. В угле. Конечно, его никто не трогает, тут горит, блядь, в угле. Он прям в угол и никто... В углу стоит, никто его не трогает, спокойно свои плиточки хавает и все. Аленку вот эту, блядь, плитку шоколадную, а мам. Ой, там за жопу хватает уже. Да. А все, уже поняли, что там дело пахнет писюнами с левой стороны, на правую переключились. Хотят хлеб Камару съесть. Да, хотят придушить Камару. Ой, там же за жопу хватание пошло, уже все, уже терпильно сейчас идет. Но слева там... Нормально можно пожить, а потом... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну тут сейчас рандом зарешаю. Или... Или скилл! Рандом или скилл! Оп, можно налево перейти, там вроде подышать можно еще. Ой, бля! Ебать! Ой, как он пришел, крутит, вертит. Вот это сейчас реально пот. Левую часть. Болельщики орут. Мы слышим. Ой-ой-ой! А тут? А тут? А тут? А он под конец дэш. А, все, и Камару забирает у нас. Да, 1000. Хорош. Ты что, второй раз выиграл? Походу, да. Он, да, да, второй раз. Второй раз. 2000, вау. Хорош, Камару. А, я же играю, точно. Ручки, ручки, ручки. Let's go. Дэш под конец. Ух ты. Нихуя себе, блядь, ебал. Блять, это сейчас опять гандик будет с этим пинболом. О, нихуя тут. А! Как тут так, блять, можно? Наверное, а можно. Так, за жопу уже чувствую, блять, как мне бачко дышит. Пошли, 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 пошли. Так, это с левой стороны успеем? Успеем. Ух ты. Охренеть. Проскользил. Блять, хост турнира. Что сделать, блять? Все, блять. Минус 1000 у кого. Ла дентес. Ла эгоизи. Французы, испанцы. Лёни. Лёнич. Футболист как будто. Элфрейм. Финкс. Today. Мэнни Гиббон. И другие. В фильме Дженнифер.
Привет, представь, что кто-то за деньги решит набить тату твоей иконки. Ты видишь, сколько бы ты заплатил или что бы ты сделал за этот сюрплюс? Я бесплатно набиваю FGK на следующем сеансе татуировки. Ты че, у меня уже есть, по-моему, 2-3 подписчика, которые с FGK. А потом, прикинь, где-то в 2030 году будет это будет означать «Фак, там что-то кто-то, какие-то меньшинства». «Фак, Джейкоу!» Реально написано. И там, знаешь, что это будет вообще... Там реально осуждать все будут. Ты с этим на все. Такой этот... Сейчас я быстро скажу, этот... У Макса Фреша, у него же машина есть, у него этот... Nissan Z. Ты поняла, блядь? Ему в комментах иногда пишут, типа, еблан, убери шильдик или что-то такое. Это модель машины, блядь. Пиздец. За 350, по-моему, у него как-то так. Охренеть. У меня, короче, он 4, да, 4 человека ходят с набитым моим, знаешь? Да, ты рассказывал, да. В Грузии. У кого-то, кстати, косарь забрал, а последний запрыгнул в вагон. Killfriend, а сзади Escape. Это не Killfriend, это Лобби. Тоже зелененький такой. Ебать тут это, а что за душительный пошел какой-то? Ебать, да. Там сейчас, блядь, путь до конца найдут уже. А вперед можно, пацаны. Еще можно вперед. Еще. Блядь, нельзя было. Зажрался уже. Жадность. Ух там. Ребята! Тихо. Вперед можно. Вот здесь проверьте. Посмотри, во, видишь, я же говорю. Еще проверь, про фейсчек сделайте, ребят. О! Тихо. Так, ой-ой-ой. А вот здесь как будто прямо. Бля! Меня за жопу хватили, но все равно выжил! Бля, да, прям в конце. Ой, сейчас будут какие-то хвосты, я просто вижу, как орава за мной бежит. Следующий тренер будет по Rocket League, готовьтесь. Тренируйтесь. Геймпады там покупайте, все эти приколы, блядь. Пошел. Прикинь, я такая залетаю в Rocket League. Ебать, охуею. Оп. Вперед, бежим. Тран. Блин, а тут дуоса нету, да? В этот, в кастомке. За жопу хватанули. Выжил. Тут можно мансануть. А тут надо перепрыгнуть. Ебать, там кто там вперед бежится? Топ-фан. Все, хорош, выиграл. А теперь мне косарик можешь забрать. Оп. Опа. Бегу. Как будто... Ух ты! Ой. Время, заканчивайся, раунд! Блядь! Вентилятор дует! Я уже слышу. Один выбил. Сквозная, блядь. Из одной вылетает, из другого залетает. Бегу, уверенно. Ай-яй-яй. Ебать, тут поты, вы охуели, блядь, за 1000, как, не знаю, за миллион долларов боретесь. А ебать, упадите. Какой круг уже бежим, марафон, блядь. Ай-яй. Я сам первый упаду, блядь, допижу. Ебать, улетел там чел. Да ебать! Ух ты! Еще один остался! Пока это не я буду, пожалуйста. Ух ты! Блядь, я заебался, у меня уже палец затек. Ай-яй-яй! Вау! Вау! Ебать! Пиздец. Подкрутка хостов. Подкрутка родственников. Ну, сейчас тут вообще они могут все всемером взять меня просто. Представляю, как реально все семеро на тебя бегут, блядь.
Оп, первый же подключился. По-хитрому так. Как будто по одному кусочку надо было. Ируха пробежал, все хавать за меня. Бай, там сзади похавали, то есть тут дыра будет сквозная? Так у меня, блядь, в очке живет. Это после фифы, Ей, постарались. EA Sports. Ух ты. Вы чё? Ебать! Ну пацаны! Забыли! Забыли меня! Забыли. Да, пиздец. Кета нахуй какой. Бля, они в дискорде, кажется, сидят. Давайте, давайте, утонем нахуй. Ебать! И последний, кто даже сделает? Кто? Кто? Нихуя! Гарни Каспар! Ебать, да!